19 число, четверг, где-то в районе там, 5:30, нам в бота прислали фотографию. Ну, сначала текст. Вы можете разместить там какой-нибудь, ну, пост. Я говорю, а что за пост, какая акция, что и как. Вот. Ну, мы сейчас вышли фотографии, посмотрите, как бы. Мне высылают фотографии. Вот. И описание. После того, что выслали 11 фотографий, и в описании была одна фамилия, которую я по понятным причинам вычеркнул, эту фотографию я не включал. Я понял, что, ну, как бы лично я сам не одобрил эту историю. То есть, ну, как-то. Потому что я, в принципе, кладбище не очень люблю. Тем более, я никогда не был там на этом Таранском. Вот. Я понял, что это перебор, но также я понимал, что как все-таки уже, ну, практически журналист, я должен спокойной головой, как бы, да, то есть, может, мне не нравится, но я сухо просто написал, что была такая акция, а уже пускай люди решают, как бы нравится, как мне не нравится. А, ну, на следующий день я ничего не боялся, я пришел на публичную акцию там, на гостином дворе, как раз стоял с плакатом «Свободу всем по московскому делу», то есть, ну, ничего не опасался, как бы. Вот. А если бы я сделал, ну, я бы, в принципе, это не сделал, потому что мы занимаемся, если мы говорим про Гид России, к примеру, да, так, у нас перформанс — это, ну, такие, скажем, бутафория, то есть это арт. То есть мы никогда не используем, к примеру, там, там, ну, реальные какие-то там кладбища или что-то. То есть это арт-творчество в основном. Вот, поэтому такую акцию бы никогда бы не сделал точно.